Всем привет, Днепр на связи, 6.10, и у нас только вот начался сигнал воздушной тревоги. Какие-то беспилотники над областью. Ночь тоже была не самая спокойная. Две тревоги, одна с часу ночи до 1:30, и сразу во время ее прозвучали взрывы в области на пересечении нашей и Донецкой области. Говорят, ракеты летали, было очень громко в области. С утра, конечно, море. Ну и так, вновь была атакована Одесская область. Ранний Измаил, в общем, юг Одессы, портовая инфраструктура. Там две или три волны беспилотников было. Шахедово, ниже Герань-2. Но пока что подробной информации нет. Говорят, что было громко, работало ПВО. Ну, как оно там будет, посмотрим. Вот и к нам добралась утренняя тревога. Доброе утро, для кого оно доброе. В общем, так, взрывы Одесская область были ночью. Причем атака была с часу ночи. И только в 5:30 была отменена угроза беспилотников. Представьте себе, всю ночь опять летали. Такой вот у нас рассвет. Солнышко красное, багровое. Только-только поднимается, город оживает. Течение дебелое. Мое место, чувствую, уже занято. Разрекламировал. Фиг ты сядешь. Доброе утро. А, не успел я. Уже, да, уже все занято. Иван, понятно. Ну ладно. Будем искать сейчас другое место. В общем, всем доброе утро, если оно таковое.